И вот на пляже в Чимитаквадже мы встретили наших гостей из Санкт-Петербурга. Привет. Вы уже целый месяц отдыхаете в Чимитаквадже почти. Да. Как вам отдыхается? Хорошо, супер. Как? Все нравится. Все нравится. Как вы выбрали отдых свой именно в Чимитаквадже? Подруга мамина подсказала. Ага. Второй раз вы уже приезжаете, второй раз. Да, ну, да. Все нравится вам. Да. Вы отдыхаете с ребенком. Да, с ребенком. Как насчет того, что вы не боитесь? Это то, что мне недавно звонили, интересовались ротавирусная инфекция. Вот вы с ребенком плаваете, ничего такого нету, нет в Чимитаквадже? Нет, все море чистое, никаких инфекций, ничего такого нет. Ага. Вы помимо Чимитаквадже отдыхали еще каких-то других? Давно в Лазаревском, ну давно. Давно в Лазаревском? Да. Угу. Вам есть что-то, что не нравится в Чимитаквадже, в гостевом доме Гавана, что не нравится? Да нет, наверное, все нравится. Ага, все нравится. Посещали какие-то экскурсии? Да, обзорная по Сочи. С 6-летним ребенком? Да. Как он вынес эту экскурсию? Прекрасно, все понравилось. Было, автобусная была экскурсия, нас провозили по городу. Все хорошо, ребенок доволен. Вы экскурсию бронировали в Лазаревской или вы поехали на электричке на в Сочи? Электричке, на да. электричке в Сочи, и там вам уже в электричке и там уже предложили экскурсию. Предложили, да. А по цене, если не секрет, сколько стоила экскурсия по цене и время продолжительности? 5 часов, 1200 со взрослого и 1000 детский. И что вы увидели на экскурсии? Мы увидели морской вокзал, парк Ривьеру, гора Ахун, поднимались в гору. Вы прям на башне Ахун были, да? Не на башне, там колесо обозрения, мы на нем покатались. Ну, башню Ахун вы тоже видели, видели, но в саму башню не заходили? Нет. Ага. Хорошо. Так, вы планируете в следующем году посетить нашу великолепную? Да, планируем. Планируете. Хорошо, спасибо. Не за что.